Вот она сцена, на которой стоял Дед Мороз со Снегурочкой напротив вот этого передвижной резиденции Деда Мороза. Вот так она украшена, всех лучше, всех ярче и красивее. Все окошки в цветных лампочках, и все красиво. Видите, вот сцена. Вот он, поезд. 5 часов стоит в городе Тюмени. Но сейчас уже температура -25, народ уже разошелся, и поэтому очень холодно, руки замерзают. Находимся в фотокупе в вагоне Деда Мороза. Вот видите, как оно украшено. Здесь можно купить сувениры. Вот. Вот смотрите, поезд Деда Мороза, кружки, свитшот, футболка, 3500, футболка 1000 рублей. Вот тарелочки и шапочки. Дальше тут детские раскрашивания, кругом сувениры одни. Подарки, игрушки. И это все в вагоне Деда Мороза можно купить. Подарок с Новым годом, конфеты с Новым годом. Вот. Вот так вот открываются тут двери. И там есть еще часы с кукушкой. Зайка, часы с кукушкой. Вот. Все это можно приобрести. Видите? Шар, роспись 1500 рублей, значок 150 рублей, ручка 150 рублей, открытка 50 рублей, один 100 рублей. Различные сувениры. И вот часы с кукушкой, красивая зайка, здесь внизу игрушка. Девушка, а часы с кукушкой продаются? Нет, они не продаются. Продаются вот те часы, только без веночка. 12 месяцев. Там ручная работа полностью, часы. А, и сколько они стоят? 8 тысяч. Они ручная работа. Да, понятно. Только без веночка. А, понятно. Часы вон те продаются за 8 тысяч рублей. Без веночка только. Я выхожу. Ну, ладно. Вот так вот прогулялись, посмотрели и пошли на улицу. О, красивые тут волонтеры стоят. Паровозу ходили? Да, ходили. Куда-то ходили? Куда нам сходить? Ага. А тут из Мороза еще на паровоз. Пойдем на паровоз. Вот видите, какая машинка стоит со снеговиком. Тоже красиво. Да, и мороженое, чтоб еще больше примерзли. Ага. Вот. Здесь стоят такие указатели. Фотокупе. Резиденция по билетам. И почта Деда Мороза. Вот. Представляете, живой олень. Олень и самки. И вот с оленем люди фотографируются. И самки стоят. Видите, сколько людей ходят. Оленя снять живого. Настоящий олень северный. Можно попросить вас отойти? Я фотографирую все. Ага, спасибо. Раз, два, три. Раз, два, три. Кирилл, внимательно. Ага. Я тоже хочу. Давай, вставай. Да, морозец-то хороший сегодня. Морозит по морозу. Живой, смотри, этот олень. Да,
вот олень посмотрим. Олень живой. Да, не сфотографируйся. Олень живой. Он весь освещен. Весь освещен, смотри. Да. И смотри, какие большие колеса. Красивые, огромные. Смотри, какая снежинка попала. Снежинка, звездочка. И пар идет, смотри, настоящий паровоз. Ну, давай. Классно. Вот. Здесь стоят в очередь, чтобы посмотреть внутри ребятишкам. Кабину паровоза. В кабине, ага, интересно. А большая тележка, смотри, с углем. Вот это. Это просто сверху. Ну так его ехать-то далеко. Ну, поедут до Брянска через Москву. 22 декабря будет в Брянске.